Ты говоришь, что руководство Азербайджана опьянено победой, и якобы Алиев победил, вернул якобы Карабах, а потом, чтобы не получилось, что Россия будет спасать Ильхама Алиева от собственных военных, как спасли Эрдогана. Ты спасай свою задницу, Евсеев. Ты спасай русский народ от голода. 18 миллионов человек в России живут в ужасающих условиях за 150 долларов в месяц. У вас 12 миллионов человек живет за чертой бедности. Ты подумай об этом. Ты подумай, как вы сделали, что родной украинский народ стал врагом. Почему Путин окружил себя такими подонками, как ты? Неужели власть в Кремле нуждается в таких Владимирах, как Соловьев, как Жириновский, как Евсеев? Ты должен свиней пасти, Евсеев, вот таким умом, когда ты кричал, когда ты призывал ударить по Баку крылатыми ракетами. Насколько ты испугался контрнаступлением азербайджанской армии, что сегодня тебе мерещатся какие-то арабы. И ты угрожаешь президенту Азербайджана, ты угрожаешь азербайджанскому народу, что пусть президент Азербайджана не забывает август 2008 года. Мы не забыли. И я тебе, для тебя, Евсеев, обрисую для твоей для твоего примитивного черепа, разъясню, что произойдет, если вы сделаете хоть шаг в направлении Азербайджана. Южный Кавказ будет в крови. Северный Кавказ будет на стороне Азербайджана. Дагестанцы встанут против центральных властей Российской Федерации. 30 миллионов турков-мусульман Российской Федерации поднимутся против вас. Турция будет рядом с нами. Пакистан будет рядом с нами. Ты, когда начинаешь выбалтывать эти грязные свои мысли своим отмороженным черепом, Евсеев, подумай о последствиях.